Эта охота проходила в советинском охотхозяйстве недалеко от Таганрога. Значит, охотились мы вместе с молодым кобелем Дратхара, что вносило определенную сумятицу в действия наших собак. Собачка была молодая, плохо обученная. Ветер был сильный, где-то порядка 10-12 метров в секунду, и поэтому было очень много шумового перепела. Сухо, ветрено, ну, собаки часто пропускали перепела. Ну, сами все увидите по ходу съемки. Так, сегодня у нас 11 сентября. Выехали мы на новое место. Вот, значит, огромное поле с подсолнухом. Ну, видно его край. Он идет туда еще дальше. Это сейчас время у нас 6:30. Темнее сейчас рано. Ну, вот, ветер сильный северный. Вот такая вот у нас обстановка в округе. Вот пруд снизу у нас. Хозяйский. Рыбку ловят там. Вон напротив поля с кукурузой. Ветер сильный северный. Значит, информация пошла, что пошел лёсный перепел. Сегодня люди стреляли на взморье в Таганрогском заливе. Вот. Мы решили выехать с ночевкой, выбрать поле, потому что завтра суббота, народу будет, ну как бы забить место. Собаки нам, естественно, с моей моделькой. Привет, Аделька. Ну, я приехал чуть раньше, ребята на легковой едут. Я как бы, ну, место занял, но я на Ниву, на нашей любимой. Вот лагерь у нас здесь будет, я так думаю. Вот сосенки. Ну, вот такая травка. Ну, колючки. Колючка есть, конечно. Собакин завтра будет весь колючки. Ну, что делать? Делать нечего. Вот. Так что сейчас, пока ребята едут оборудовать лагерь. Вон поле заканчивается, вон начинается. А куда? Мы просто посредине. Там просто вниз, и тут вниз. А я знаю. Вот. То есть мы как бы поставим здесь, привет, там и там. Привет. Я просто еще подумал, вон кукуруза, смотри, кукуруза, а вон поле сперня. Ну смотри, мои... Один сюда поставить, вот здесь, а один прямо можно туда. Один туда и один туда. А, ну, два. А, вот так вот, да? И ко мне. Ты переживаешь, что завтра охотиться не сможет. Не-не, а вот это выявится нормально. А. Мы кто-то с тобой, только там одно. Да, билет, билет, я сам надо. Ну, давайте. Ну, давай. Все хорошее. Чтобы была удачная охота. Да, да. Вот здесь прямо поработаю, вот здесь. Из этих рук никто не уходил. Да, есть первый. Стоять. Неси. Да. Да. Молодец. Хорош. Работай. Да не отсюда вылетал твой, вот это стрелял-то. Жить! 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 Бежит! Бежит! Сейчас должен. Назад!
стойте на месте. Иди сюда. Вот здесь ищи. Вот здесь. Да, вот здесь. Здесь ищи. То он мог побежать. Ищи. Он где-то вот здесь, да? Да. Иди сюда. Да вот где-то вот здесь. Иди ко мне. Аделька. Ож могло еще шарахнуть. Вот так вот, возле Миши. На, дай. Фу. Вон, где она искала. Работай. Смотри, Валер. Вот сейчас здесь буду. Подходим, Валер. Блять, да уберишь ты его, твою мать. Адель, иди сюда. Стой спокойно. А, неси этого, неси. Неси. Ты вот первого, которого увидел, надо было тебе сейчас брать, а этого пана бы взяла бы. Вот он, давай. Дай, иди сюда. Дай. Пошли того искать. Так, что? Ничего. А. Давай на Перед вот, ты этого. А ты убил? Ты попал в перед. Да вон, мы уже взяли. Не, вот здесь которого. Вот этот ты есть. Нет, ты ж вот здесь попал. Миш, мы его взяли. Да? Да. Вон вот сюда. Мне казалось, здесь где-то. Нет, вот тут упал. Все, вот сюда пошли. Ну пошли, по боку. Валера, вот давай вот сюда. Или надо пойти наверх и вниз спуститься. Давай, пойдем аж оттуда. Ветер оттуда. Так тогда надо вон по этой. Неси. Адель! Иди сюда. Все, Адель, вот он. Все, нашли. Короче, я внизу иду, Валер. Ты посредине, давай. Стоять. Чих тут, чей? Дай. Чье это? Стоять! Это куропатка. Две штуки взлетели. Да сейчас еще будет. Кусей, иди забирай. Что это? Куропатка. Стоять. Значит, еще должно. Да, две я не поверишь. Стоять, Аделька. Смотри, Валер, вот сейчас побугру это. И потом надо вот. Да. Вот назад иди. Так хоть не амрозия, и то слава богу. Ну, стой.
Сьюдады. Перепёлок. Иди сюда. Дай. Она должна быть не одна, блядь. Куропатка. Да. Нет, куропатка. Да. Фу. Так почему она одна? Объясни мне, блядь. Не знаю, ну вот это. Там, а ну следы есть. Леса должна быть. Чуть-чуть. Для прихода. Нифига себе. Нифига себе. Ага. Глаз какой схрон, да? Ага. Круто. Забери ты! Стоять! Ну что ты лезешь туда? Иди сюда. Ну явно не просто так. Вот это вот кабан. Кабан реальный. Прям аж тяжелый. И сальцем залитый. Не безумный, но кабан.
Охотились мы неплохо на этой охоте. Значит, добыли, кроме перепелок, еще 3 куропатки. Стаи не было. Разбитая она была, по одной взлетали. Работу собак. Сами видели, как работала Адель, молодой этот кобель. Вот, значит, шумовых много было. Ну, понятно, шли по ветру. Ветер был очень сильный. Против ветра все работы были со стойками в основном. Ну, трава была, конечно, очень высокая. Ну, взлетали из-под ног, мы их брали, не пропускали. Мы отохотились, и я пошел собирать. Ну, вот я собираю свою кровать. У меня удлиненная нива, фора на 30 сантиметров длиннее обычной нивы. Вот у меня там кусок ламината вырезан, лежит большой такой. И получается больше 2 метров кровать. Так что спать очень удобно. Так, ну все, отохотились. Едем домой. Ну, я взял 6 перепелов, Валера 4. Не знаю, сколько гусей. Нормально походили. Трудовые. Все, будем монтировать кольцо. Пока.